Осенняя картина нарисована мной сегодня в моей быстрой технике акрил. Осенний пейзаж, вечер, акрил и мастихин. Что, Кася? Кася пришла. Кася, Кася. Ну, давай, давай. Кошечка со мной вот. Смотрит мой первый зритель. Вот краска еще не просухла. Кася, нравится тебе, да? Моя работа. Маленькая работка, 20 на 30 на холсте. Холстик такой вот небольшой. Ну, такая с настроением работа. Пейзаж. Обычно как-то пейзажи меня не очень, но привлекают. Но вот сегодня почему-то вышло, вот получилась вот такая вот работа. Мешают мне мои коты обзор делать. Ну вот, они любят мои разговоры о живописи. Вечер в лесу или осенний лес. Если кому интересно, приходите в мастерскую Ларус, город Покровск, улица Торговая, 8, и вы можете увидеть эту картину. И если кому очень понравилось, приобрести. Еще раз показываю. Мазки кругом такие, она очень пастозно, густенько написана. И такие мастихиновые прочерки, росчерки. Осенний пейзаж в лесу.